Детская футбольная команда «Лиса» появилась в нашем городе в 2001 году. Практически с самого основания в ее составе играют девочки. Занимаются они наравне с мальчиками, а порой даже лучше. В этом сезоне лисички Виталина Алимова, Виктория Клюканова и Софья Абызова приняли участие в первенстве Приволжского федерального округа среди женских команд. Троих спортсменок пригласили усилить команду «Олимп» из Ковылкино. Вместе им удалось добиться второго места в этом турнире. Эти недельные соревнования, они были самые крупные для меня. То есть я хочу выразить большую благодарность тренеру «Олимпа» за то, что он нас принял. Так ты там познакомилась очень с многими девочками из других городов. Ну, в общем, мне там очень сильно понравилось. Турнирный марафон длился 6 дней, и всего «Лисы» сыграли 12 игр. Выступали они за две возрастные группы. Софья Абызова забила первый гол в ворота соперниц, а ее подруга по команде Виталина Алимова стала единственным игроком, которая оформила на турнире голевой покер. Забила 4 мяча в одной игре. Мы играем почти так же жестко, как пацаны. Мальчики. Вот. То есть все то же самое. Мы дружим там, общаемся весело и играем как-то, общаемся в игре, подсказываем друг другу. Мне кажется, то, что футбол – это не только мужская игра, но и женская. Одна из сложных ролей – вратарь. Оборонять ворота, не давая сопернику забить победный гол – задача, требующая мужества и внимания. С ней блестяще справилась Виктория Клюканова. За весь турнир она пропустила всего 2 мяча в свои ворота. Один с пенальти, второй отскочил рикошетом от своего защитника. Вику признали лучшим вратарем турнира. Играть было немножко сложновато, потому что ты еще не знаешь, как игроки играют, и поэтому немножко будет сложно. Мне больше нравится на воротах, потому что там больше частности мяч к себе прилетает. В итоге команда «Олимп» с «Лисами» в составе выиграла серебро в двух возрастных группах. Теперь в начале марта девочки поедут на финал всероссийских соревнований – первенство России по мини-футболу. В команде «Лиса» есть еще места для девочек от 7 до 12 лет, любящих погонять футбол и желающих научиться этой игре. Занятия бесплатные, проходят в спортивном зале ОБЦ. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».